Привет всем, Рамон Перес на связи. Это продолжение моих обучающих роликов. Собственно, давайте начнем с того, что мы скрафтим очень полезную вещь, да? Для нее нам понадобится лоскутки, да, в количестве 6 штук. Ну, у меня 8. Давайте крафтите. Сетчел. Это самодельная сумка, ребят. Если у вас нет рюкзака, сэтчел только вам поможет. Давайте посмотрим, можно ли еще сделать что-нибудь с тряпкой. Нельзя. Из Spool of Twain. Так, и Wood Stick. Мы можем сделать факел, я думаю. А, Wooden Bow. Это еще один лук, который мы можем сделать. Давайте попробуем еще и что-нибудь скрафтить. Вот он, наверное, так. Makeshift Bow. Видите, еще один лук. Смотрим, что же еще. Больше ничего не можем сделать. Окей. Давайте посмотрим, что можно скрафтить, если перевести бутылку с водой, да? Стагнант. Вот. И получить рецепт. Мы получили рецепт очищенной воды. Вот, можно ли еще что-нибудь сделать, интересно? Так, берем это, перетаскиваем. Да, больше ничего, видимо. Хорошо, давайте сделаем сумку и дальше поговорим о крафте и добыче материалов. Делаем сумку. Хоп, видите, у нас появилась на 300 вместимости. Смотрим, вот она. Так, я изменить ее не могу, потому что у меня работают только на рюкзаке, как я знаю. Да, видите, не меняется. Если бы у меня был рюкзак, я, соответственно, бы смог изменить. Так, видим, что у меня хочет персонаж есть очень. Так что давайте поторапливаться. Соберем бутылки, в принципе, я думаю. Тут их много. Вот, я так побегал, немного полутал. Специально, чтобы продолжить запись видео с интересных моментов. Я вам сейчас покажу даже, какие детали нужны для машины. Вот, если она еще на месте, ребят. Слышим снова гул. Это значит, что кто-то вызвал аирдроп. Так, давайте побыстрее. Вот, смотрите, костер горит. По идее, мы можем в него добавить. Или не в него. Так, давайте попробуем скрафтить очищенную воду. Так, Proofed Water. Нет, Campfire нужен все-таки, чтобы вскипятить воду. То есть эта бочка не подойдет. Давайте полутаем и побежим дальше. У меня, в принципе, времени не так много. У меня персонаж хочет кушать. Еще, как вы могли заметить, у меня есть фомка, да, в инвентаре. Вот, и пистолет нашел недавно. Собственно, с помощью фомки можно добывать металл. А металл — это очень хорошая вещь в H1Z2. Так, светало. И зомби стало меньше, кстати. Чем темнее время суток, вот зомби появился, видели? Чем темнее время суток, тем больше зомби на улицах. Вот, знаете это. Сейчас добежим до машинки, я ее тут приметил. А, хотя до этого нужно быстрее набрать ягод. Добежим до машины, вот, в которой было все, кроме батареи. Кто играет, тот знает, в принципе, что батареи и остальные ингредиенты очень сложно находятся. Вот, в машине присутствует только мотор. Так, есть зелье, еще нужно еще. Тут персонаж постоянно хочет кушать. Так, уберем то, что у меня было. Давайте фомку достанем лучше. Так, все, набираем, набираем. И будем кушать. Так вот, запчасти для машины — это редкая вещь. Ну, как и в других играх про выживание, да, можно вспомнить тот же DayZ. Вот, бежим отсюда, пока нас не убили.
Поэтому, если вы находите ингредиенты для машины, берите, а не на вес золота. Сейчас добежим, она вон там, по-моему, стояла. Да, и стоит сейчас. У меня есть рюкзак, в который я могу даже ингредиенты эти забрать. Чтобы, да, не застревать тут рядом с машиной. Вот она стоит, одна одинёшенька. Это один из видов машин. Итак, нажимаем Е, залазим в машину. Нажимаем I. И видим ингредиенты. Кстати, тут был буст, его кто-то спер. Давайте заберем то, что есть. Закинем это все и свалим по-быстрому. Потому что тот, кто лутает, по-любому будет возвращаться. Итак, вы запомнили, да, как выглядит? Да, для машины детали. Вот так оффроудер Headlights выглядит и Spark Locks выглядит так. Давайте попробуем, может, с них можно что-то сделать. Да, с этих ничего, с фонариком нельзя делать. И, в принципе, больше у нас ничего интересного и нету. Так, давайте еще полутаем. Покушаем. Сейчас будем кушать малину, да? Хотя тут называется ежевика. Вот, ну ладно, мы видим просто красные малины тоже. Но собирает он исключительно ежевику. Так, давайте кушать, где у меня вот. И хочет пить. А пока кемпфайра нету под рукой, мы, соответственно, не сможем скипятить воду, поэтому придется пить такую. Вот, видите, у нас 32, в принципе, достаточно. Нам нужно еды найти. Сейчас посмотрим, есть ли в контейнерах. Итак, давайте перейдем к следующим добыче. Да, это добыча металла. Вот, нашли машину. Можно, конечно, ее полутать сначала. А так, мы наносим удары фомкой по корпусу. И видите, сверху скрэп метал. Еще скрэп метал. Бьем. До тех пор, пока не закончит появляться, да, скрэп метал. Ну, видите, больше не появляется, в принципе. Побежим к другой машине, вот к этой. Также делаем. И пытаемся добыть скрэп метал. Пока, но это временно, нужно бить и ждать. Можно побегать вот так, добыть. Вот видите, скрэп метал. Давайте бить. Кстати, не забывайте, что каждое оружие имеет свою прочность. Вот, поэтому будьте аккуратны и не используйте, например, оружие не по назначению. Вот, а фомкой, как я знаю, пока можно добывать только металл. Вот так. Вот, давайте использовать. Если вы хотите срубить дерево, соответственно, нужен топор. Который мы сейчас и сделаем. Постараемся сделать. Давайте покрафтим немного. Итак, у нас есть скрэп метал. Перетаскиваем. И делаем. Что у нас тут? Metal bracket. Это, соответственно, петли. Дальше. Metal shard. Еще. Ничего. Так, товарищ у нас с топором. Надеюсь, он не будет бить. Да, он собрался нас бить. Давайте-ка свалим отсюда. Валим подальше, потому что у нас есть детали для машины. И второй это металл, из которого мы, собственно, сделаем еще и топор себе. Либо мачете. Сейчас я вам покажу. Так, пока он отстал, а зомби появились. Бежим. Отбегайте всегда крафтить или создавать, например, рецепты на удаленное расстояние. Вот это сохранит вашу жизнь. Давайте дальше пробовать. Что еще можно сделать? Вот он, еще один рецепт. Это рецепт как раз топора.
ребят, есть топор, есть возможность срубить деревья. Знаете это. Итак, давайте скрафтим, наверное, для себя топор, да? Остальное пока нам не интересно. Вот топор. Крафт. Один вудстик, один скрабметал. Сделали. И давайте скрафтим, я думаю... Так. Metal Shard крафтим. Потому что из Metal Shard, мне кажется, мы можем сделать мачете. Так, Metal Shard. И вот стик получается. О, лопата, да? Лопатка такая. Интересно. Все, больше ничего. А, можем сделать, смотрите-ка. Из... Metal Shard можно сделать. А, гвозди. Отлично, ребята. Крафт гвоздей нам также известен. Давайте отбежим и посмотрим, что же мы можем делать там с помощью гвоздей, например. Топорик попробуем свой. Вот топор у нас, наверное, в инвентаре где-то. Так. Нет в инвентаре, знаете почему? Потому что если не помещается в какой-нибудь из слотов, топор выпадает. И он, наверное, здесь где-то валяется. Вот он, видите? Давайте выкинем фонарик. Хотя нет, выкину-ка я пистолет. И возьму топор. Фонарик. Никуда не могу убрать, что-то он много слотов занимает на самом деле. Ладно, побежали. Ладно, с этим пистолетом. Мне больше нравится оружие ближнего боя, потому что... А, тут еще и пули еле найдешь. Так, кстати, вот здесь можно набирать воду из болота, только она будет грязная. Имейте это в виду. Я сейчас вам также покажу, как... Сначала мне нужно восполнить, смотрите, и воды попить. Так, давайте выпьем воды. Вон, жизни уже пошли отбавляться. Давайте их восполним бинтами. Все, пошло восполнение бинтами. Так, поехало, да, и соберем ягоды. Собираем быстро ягоды. Да, больше особо кустами нас не радует. Местность. Ну ладно. Так, топорик взяли. В дом не буду заходить, пойду сразу к кустам с ежевикой, да, и пополню здоровье. И здоровье, и вообще удалю голод. Чувство голода удалю. Ну, вот я нажимаю и бегаю по кустам, соответственно. Так, вот пока набираются только ветки. Ну-ка. О, пошло дело. Пошло дело, пошло. Кушаю, кушаю, потому что у меня низкий уровень. Так, восполняем. Все, видите, пошло дело. Давайте еще. Надо прям вытащить персонажа из такой голодухи. Так, так, давай, 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 собирай, собирай, собирай его. Собирает. Да, тут товарищ, наверное, обрадуется, что нету половины деталей в машине. Ну ничего, кто первый, тот и папа. Вот, я вам покажу сейчас, как рубить деревья заодно. Так, ну что ж, едим. Что-то мало у нас добывается, правда. Раньше как больше было. Ну ладно. Так, вот еще воды можно выпить. Ну, в идеале, конечно, нам, знаете что? В идеале нам какое-нибудь животное бы убить. Чтобы поесть, да? Мясо можно есть как сырым, так и... жареным. Вот так. Кушаем. Кушаем. Да, еще.
еще. Так, давайте ягоды собираем. Собираем ягоды. Я, кстати, играю на сервере, где после смерти теряются все припасы. Вот, поэтому не удивляйтесь, я порой буду крафтить какие-то уже известные ранее вещи. Вот, но которые мне пригодятся в нынешней игре. Так. Собираем, собираем. Быстро, быстро. Видите, как убавляется? От того, что я бегаю, скорее всего. Сейчас посмотрим, с гвоздями можно что-то скрафтить. Так. А, сделаем сначала гвозди, да? Вот они, гвозди. Крафт. Отлично. И теперь проверим, что можно сделать из гвоздей. Из гвоздей палки можно сделать backpack frame. Ящик. И давайте сделаем лопатку. Ну-ка. Лопатку сделал. Что-то еще можно крафтить из стиков и гвоздей. А, пока нету материала. Ну ладно, давайте еще что-нибудь добавим. Давайте скрап-метал возьмем. Нет, ничего нельзя сделать. Давайте попробуем еще раз фонарем что-то. Не, не получается. Так, у меня есть лопатка, ребят. Что с помощью лопатки можно сделать? Так, нажимаю правой кнопкой дик. А, копать. Слушайте, ребят. Давайте попробую закопать. Ну и раскопать, наверное, что-то. Так, давайте отбежим. Знаете, у меня еще одна идея сейчас возникла. Ну ладно. Отбежим пока от дороги. Я думаю, это либо клад копать, либо делать схрон. Но мне сегодня говорили товарищи, что это схрон делается. Так, давайте проверим. Собственно, если у вас есть лопатка, вы можете также попробовать, да? Как крафтить ее, я показал. Сейчас поедим. Ну, зомби, ладно, давайте с ним сразимся. Он одолел уже бегать за мной. Гад. Медьте, кстати, чуть выше. Я вот это бью, да? Надо чуть выше бить. Вот, видите, свалился, гад. Теперь мы достанем с него тряпок. А, не, не достались тряпки. Жалко. Так, ладно. Все, перебинтовываемся. Отлично, все хорошо. Да, я запомню это место. Так. А давайте лучше с какими-нибудь приметами нормальными. Так, где бы закопать? Давайте тут поднимемся, может, выше. Чтобы я запомнил место, да, где буду сделать схрон. Так, что у нас? Дорога. Есть еще что-нибудь примечательное в округе? О, лагерь. Так, вот он, лагерь, да? И я вот так забегаю по прямой и закопаю вот здесь, у машины. Да? Давайте так попробуем. Дик. О, смотрите. Зеленым, наверное, должно загореться. Нет? А, дик сделал, смотрите-ка. Да, раскопал. Видели? Я сюда, наверное, могу что-нибудь перетаскивать. Прикольно, я могу еще одну лопатку сделать? Могу. Сделаю-ка я еще одну лопатку и уже буду в нормальном месте. Так, ну допустим. Угу. Я сделаю вот здесь. Давайте еще раз. Нажимаем. Так, правой кнопкой, дик, и вот
здесь закапываю. О, отлично, надеюсь, никто не найдет. Вот так выглядит схрон. Залазим в него и перетаскиваем то, что можем сохранить. Давайте туда положим пустую бутылку. Вот, раз. Все, отходим. Ну так, особо никто может и не придраться, кто не знает, да? Но мы теперь знаем, что вот так выглядит схрон. Хорошо, что мы еще можем сделать? Так, backpack frame. Нужно 4 гвоздей, 4 wooden stick. Окей, давайте гвозди сделаем еще. Делаем. Делаем. Все, готово, есть. Мы можем делать? Не можем еще. Давайте еще гвозди сделаем. Хоп. По идее достаточно. Да, 16 гвоздей не хватает, значит, нам. Вудстик. Вудстик. Бежим за вудстиком. Он вот как раз рядом. Да, мы же помним, как добывать такие палочки тонкие. Да, вот у меня есть, хочет очень сильно. Вот даже вот тут можно вот стики эти найти. Я думаю, это будет крафт ящика, который также можно спрятать, что ли, или что с ним делать. Давайте смотрим. Достаточно? Так, да, могу сделать крафт. Готово. Только я не могу перетащить. Дроп. Ух, ребят, медведь. Я уже с ним связывался, больше не буду пока. Так, давайте быстрее разгрузим свой инвентарь, чтобы перетащить этот ящик себе, да? Так, так, так. Вот видите, уже чуть-чуть потерял. А, нет, нашел, смотрите-ка. Давайте туда скинем что-нибудь. Файр. Давайте детали от машины скинем. Пусть они тут будут. Все, место освободилось. Смотрите, сколько. Давайте еще воды туда. Эти гвозди, пока они нам не нужны. Металл. Все, побежали. А с медведем пока не хочу связываться, потому что я знаю, что он такой лютый товарищ. Так, вроде бы здесь, да, где-то я? Так, так, так. Не, не здесь. Значит, у тех деревьев. Эх, если я сейчас... Медведь вон ходит. Ребята, это плохо. Давайте лук сделаем. Быстро, быстро, быстро. Мне нужен лук любой. Любой лук. Не могу сделать. Ах, медведь. Пропади ты пропадом. Мешаешь, у нас тут изучение. Ты бродишь, ходишь. Гад. Так, ну и чё, где я оставил это вот здесь? Нет, не здесь, ребят. Все, потери, потери. Такое бывает. Потерял. Походу, я потерял то место, где... Хотя оно здесь должно быть. Нет? По-моему, здесь... Нет, не здесь. Вот так и теряется лут. Так что будьте аккуратнее. Ладно, давайте посмотрим, что-нибудь крафтить мы можем еще. Скраб метал. Нет, ничего пока не можем с этого сделать. Ладно. Потерял, так потерял. Черт бы с ним. Возвращаемся. Давайте попробуем из оставшихся ингредиентов что-то сделать. Жизни у меня, видите, как падают. Вот, поэтому надо чуть восполнить. Съесть. Вот, и на издыхании покажу вам еще пару моментов, да, которые можно скрафтить.
Так, вот где я заныкал. Смотрим. Так, гвоздей заберу. Так. И гвозди. Что ж, давайте пробовать еще что-нибудь скрафтить. Так, гвозди. Больше ничего не хочет, да? А, я вам покажу, как рубить деревья, да? Сколько? У меня 25 жизней. Думаю, хватит. В общем, у нас должен быть топор, который я показал, как крафтить вам. И мы подбегаем к дереву и рубим его. Вот, и с него выпадают как раз ингредиенты для крафта костра. Бьем до тех пор, пока вот такой треск не будет и дерево не будет падать. Видите, ничего с нами не случилось, конечно. Вот, а дерево упало. Так, это мы убираем. Смотрите, тут еще какой-то ящичек. Крафт? Не крафт. Так, бренч, стик. Давайте заберем. Итак, у нас жизни падают. Давайте еще съедим. Ежевики. Да, чуть-чуть восполнить. Ну ладно. Так, давайте добудем еще один ингредиент. Вот он. И пробуем скрафтить также. Так, гвозди. О, и планка. Уже можно что-то скрафтить. Проверяем. О, баррикады деревянные. Отлично. Давайте еще посмотрим, что можно сделать. Wooden sticks и wooden plank. Нет, не получается больше ничего. Смотрите-ка, скрафтить. Ладно. А если вот так? Вот так. Вот так. Ну-ка. Отлично. Для разжигания костра у нас есть все. Попробуем воду, может. А, собственно, почистить, да? Давайте разожжем костер по-быстрому. Да, не получится. Я сейчас умру, 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 умру. Если не добуду поесть себе. А поесть негде. Ну ладно, интрига для следующих серий, ребят, я думаю, да? Тут мне, в принципе, не хватит этой ежевики. Хотя хватит. Так что интриги не будет. Не дождетесь, да? Быстрее покушать. Выпить одну бутылку. Со второй разжечь. Хоп. Так, и сделаем бинты. Бинты делаются просто из лоскутков. Вот, и сразу применим на себя, чтобы жизни не так отбавлялись. Так, делаем быстро. Самодельно. А, не получится, планки нет уже. Так, давайте еще поедим. Готово. Так, кушаем. Все, съел. Реально на грани я. Да, нам нужны ингредиенты, которых пока нету, чтобы сделать. Ну, сейчас будут. Мне нужно только приглядеться, да. Вот сюда наверх, если забраться по-быстрому. Вон туда. Не получится. Да, если бы вон тот разбомбить, вот ящик, который лежит, было бы хорошо. А, вот, достал. Так что не сдаваться первым делом. Ничего нету. Оп, стой. Перелет. Ладно, я погибаю. Погибаю я. Все. Ломаем. Нет. Не нужна планка. Так, все, могу сделать? Нет. Я потратил последний бинт. Ну и последнюю ткань, точнее. Ну ладно, потратил так потратил. Все, значит, закончу на этом. Костер пока не получится разжечь. Посмотрим из крафта, может, что-нибудь еще
Так, backpack frame. Так, это понятно, это мы уже делали. Что еще тут интересного? Metal brace. Да, остальное это среднее. Вот баррикады как можно сделать. Давайте проверим их по-быстрому вот здесь. Хватит у нас сил. 7%. Баррикады. Делаем. Есть. Баррикады сделали. Вот. Вот они, баррикады. You have space. А, у меня нет места. Так, ну мы ее поставили, главное, да? Вот так выглядит баррикада. У меня нет места, чтобы ее взять и переделать, да? Собственно, понимаете. Ну, то есть перетащить, например. Вот, ну и ладно. На этом, думаю, закончу, потому что я уже помру сейчас. Спасибо вам большое за внимание, за просмотр очередной серии по обучению в игре H1Z1. Я думаю, буду каждую серию так заканчивать. Ой, с вами был Рамон Перес на связи. Пока-пока.